Следующий. Ну, я понимаю, вы танцор. Что танцуете? Я умею танцевать dancehall, hip-hop, hop-hip, jive, jump, crump, жесткий crump, hard crump, жесткий hard crump, ламбада. Не побрезгиваю тектоником. Самба, румба, мамба. Угощайтесь. Локинг, паппинг, поппинг, пудинг, митинг, викинг, чейнинг, татоминг и эггеймс. Challenge everything. Я так понимаю, вы нам сейчас покажете танец. Нет, у меня биатлон. Человек с очень маленьким... Здравствуйте. Здрасте. Я тот рыцарь, который вызвали из темницы забытый жанр игры на бокалах. Те группа, прошу, пожалуйста, мои резонаторы. Ладно, сам... По-хорошему отдайте, ребят, стакан, а? Серьезно, по-хорошему отдайте. Вот пока по-хорошему прошу, отдайте, пожалуйста, стакан. Всем привет! Я Катя. Я хочу быть активной, участвовать во всех студенческих конкурсах. Я это могу. Я самая, ну, вот, самая активная. Наша группа новым треком сейчас порвет всех. 9206М. Наша группа туристический менеджмент. 2016. Год сейчас. Сейчас начнем. Хоп, 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 хоп. Хоп, хоп, хоп. А еще я победительница фестиваля кричалок. Мы, студенты, хотим идти. Откройте дверь нам. Вот такая кричалка. Где ваши руки? Спасибо. Извиняюсь. Сейчас начнем. Сейчас начнем. Да начинайте уже. Ну, сбились из-за вас. Ну да, давайте заново минус. Заново, что ли? Здравствуйте. А как вас зовут? Меня зовут Анечка. Что делать будете? Сегодня я с удовольствием исполнила бы для вас песенку. Плакала в вечерней тишине. Эй! Оу! Молодежь! А что ты тут делаешь? Айда, все, закругляемся. У вас тут прослушивание. А что меня никто не предупредил? Многие целиком заметят на тему осень. И вас это на тему осень. Которые целят, как и джой на твести рай. И вас джой на твести рай. Занавески аккуратнее, у меня жена их стирала. Ты понимаешь, ты роль свою прожить должен, че ты? Ну как? Аба! Не подойдет такой танец, да? Ну ладно, свет выключи, самое главное. Так, парни, что у вас? Ну, у нас такой видеоролик. Разные студенты приходят, чтобы поучаствовать в кастинге на студвесну. Типа, девочка-активистка, короче, такая, типа, привет, я там везде хочу участвовать, такая. Потом на сцену выходит театр теней, и потом выходит театр помады, театр туши. Театр бычьей туши потом выходит. Вообще. Театр косметики. Не смешно. Ну, короче, есть танцор, который знает много стилей, там, хип-хоп, самбо, румба. А, да-да, вот сделать еще такой вариант, то, что он перечисляет самбо, румба и потом мамба, и достает мамбу такой. Вот это зайдет. Сделаем. Что еще есть? В конце мы просто резко говорим, что приезжайте на российскую студенческую весну в Казань. Да. Ну, если ничего другого не придумать, то ладно, оставьте такой вариант. Приезжай на российскую студенческую весну в Казань, чтобы зарядиться позитивной энергией российской студенческой. Ребята, что-то мы тут сидим, все, закругляемся, давайте свет выключаем, титры пускаем, заставка, отбивку включаем. Все,